Вот интересно, еще одна такая очень умная мысль. Вообще, предел интеллектуальной способности. Вот я хочу жить с тем человеком, который со мной жить не хочет. Ну, вообще. Говорила Джина Лалабриджида, что мужчины любят женщин покорных. А я нифига не покорная. Я всю жизнь что хочу, то и ворочу. Вот так. Да. Нелегко однозначно, нелегко. Да, очень нелегко. Но с другой стороны, есть такой персонаж в мифологии. Персонажа зовут Лилит. Этот персонаж когда-то был, ну, обычным нормальным персонажем. А с приходом какой-то из религии, я уже забыла, этот персонаж реально сначала очернили, потом стерли вообще. Ну, и как бы вот этот персонаж тоже сказал: ну, парни, вы меня тут создали, а мужья кому-то. Это хорошо. Спасибо вам большое. Ну, я хочу попрыгать, побегать, порисовать, пописать и вообще пойти своей дорогой. Ну, никак не быть в услужении. Вот, ну, и мне кажется, что в каждой женщине есть вот эти вот задатки Лилит. Да, такое свободолюбие, бунтарство. Ну, не зря кто-то когда-то сказал, что был матриархат. Вообще не знаю, что такое матриархат. Серьезно. Как ни крути, ну, мужчина, воспитанный при матриархате, будет хуёво держать автомат, ей-богу. Ну, такое чисто мое мнение.